Приветствую всех любителей аквариумистики, а также подписчиков и гостей канала в рубрике «Акватехника». Меня зовут Алексей, и сегодня на обзоре аквариумный светодиодный светильник от компании «Лагуна». Вообще нужно отметить, что в данной линейке у нас 4 модели. Это самая маленькая. И отличаются они длиной, ну и, соответственно, количеством светодиодов и мощностью. Данная модель 10-ваттная, и здесь... По заявлению производителя, у нас 24 светодиода белых и 12 светодиодов красных. Длина 240, ширина 85, толщина 18 мм. Причем ширина и толщина у всех светильников одинаковая. А информация на коробочке вся на русском языке. Показано, как крепить кронштейны, которые держат светильник. И указана информация о том, что используются яркие светодиоды. Давайте перейдем уже непосредственно к распаковке. Вытащим все, что там есть. 12-вольтный адаптер. Кронштейны, они же крепления. Так, и здесь у нас проложено пенопластом сам светильник. Коробочку вообще можно убрать, чтобы она не мешалась. Кронштейны выполнены в виде таких... Шуршание будет на камеру, скорее всего, громко. Кронштейны выполнены в виде таких металлических уголков, которые с двух сторон светильника одеваются и имеют небольшую регулировку в районе нескольких сантиметров. Блок питания, все понятно, стандартный блок питания. Инструкция. Не устаю обращать внимание на инструкцию от Лагуны. Инструкция вся на русском языке. Что, на мой взгляд, очень полезно для новичков аквариумистики. Ну и также есть гарантийный талон. При покупке вам его заполнят. И можно, не опасаясь, эксплуатировать технику, зная, что в случае каких-то проблем можно рассчитывать на гарантийное обслуживание. Все запаковано довольно качественно. При распаковке, кстати, запаха дешевого китайского пластика не наблюдается. Продукция китайская, но сделано, на мой взгляд, все качественно. Хотя здесь, в этом обзоре, у нас пластика мало. Сам светильник из алюминия. Ну вот визуально видно, что светодиоды разного цвета. Я про то, что белые и красные, как заявлено. Пакетики уберем. Так. У светильника есть по краям два отверстия, кстати, вот кнопка включения, и два отверстия, в которые нужно вставить наши... Так, давай, вот таким образом вот вставляются кронштейны. С этой стороны такие же два отверстия. В них просто вставляются кронштейны, они здесь не фиксируются никаким образом. Так, тут я что-то... Вот с этой стороны лучше, чтобы шнур у нас был сверху. Так. Так. Ну давай ты вставляйся уже, блин. Что такое? А, ну да. Пытаюсь не в то отверстие вставить. Вот таким образом выглядит. Возможно, регулировка дополнительная. Но насколько? Ну, в диапазоне, учитывая уголки, нескольких сантиметров можно регулировать. Я приготовил Лагуну Кристал, которая недавно была на обзоре. Не знаю, как бы так поставить, чтобы она... Ну, вообще, больше хотел показать, как устанавливается... Так, наверное, вот так вот я поставлю, вот, чтобы было видно. Светильник вообще должен стоять вот таким образом. То есть он устанавливается на ребро и с другой стороны поджимается. Но, к сожалению, вот так будет выглядеть, если с той стороны поставить на ребро. То есть наша Лагуна маловато для этого светильника. Поэтому я, наверное, сейчас этот светильник установлю на другой аквариум. Есть у меня 20-ка тетра, которую вы можете наблюдать регулярно в моих видео. Давайте я сейчас на него установлю.
Он подлиннее просто должен как раз войти. Если даже не получится прижать его как бы с двух сторон таким образом, то, может быть, мы просто там рамка пластиковая под крышку. Возможно, просто на рамку поставим. Посмотрим, как будет освещаться 20-литровый аквариум. Ну вот, я установил светильник Лагуна на аквариум Тетра. Я этот аквариум зову Тетраэль, потому что в основном это Тетра, но есть еще немного от акваэля. Расскажу как-нибудь в одном из выпусков. Не получилось его поставить на ребра, ну, в смысле, с торцов на стекла, потому что длины не хватило. Поэтому установил, вот как видно сейчас на видео, установил на рамку, на которую одевается крышка. Но для того, чтобы показать, как он светит, в принципе, достаточно. Конечно, он держится неустойчиво, эксплуатировать его так это ненадежно. Лучше все же подбирать данные светильники под аквариум, чтобы можно было его поставить и со сторон с двух поджать, чтобы он надежно фиксировался. Ну и вообще, учитывая, что светильники — это не самый бюджетный элемент аквариума, а такие светильники часто используются для аквариумов самоклеенных, которые идут без крышек, то, на мой взгляд, имеет смысл даже просто заказывать аквариум под такой светильник. Ну, либо под такой, либо под следующий, либо под подобный, чтобы уже четко он и смотрелся хорошо, и фиксировался на аквариуме хорошо. По поводу освещения. К сожалению, производитель не написал информацию о люминах или кельвинах, но в инструкции было написано, что спектр, излучаемый светильником, отлично подходит для пресноводных аквариумных растений, а также, что интересно, для комнатных растений, ну, естественно, аквариумных рыб. Вот в плане комнатных растений, например, можно прямо на кронштейнах поставить над плошкой с какими-то сеянцами повыращивать. Тем более зимой, когда света нет. Но тоже вариант интересный. И по поводу красных светодиодов. Ну вот визуально все светодиоды светят холодным белым светом. Но некоторые из них немножко в красноватый оттенок. Ну то есть нет такого ярко выраженного красного цвета, как, например, в специальных лампах для комнатных, опять же, растений типа флоры. Свет в основном холодный белый с таким с красноватым оттенком. Ну, то есть, выглядит как классическое освещение. Освещается аквариум, вот я смотрю просто, здесь вообще световой модуль акварель у меня установлен в этом аквариуме Тетра. Ну, так получилось. Так вот, конечно, у данного светильника света больше, то есть аквариум освещается ярче в сравнении с тем световым модулем. Ну, там и светодиодов, конечно, меньше, чего уж тут говорить. Поэтому, ну, светильник выполнен качественно, материалы все на ощупь, кнопочка, все, шнуры, все сделано хорошо. И по рекомендации, вот по свету, могу сказать, что для аквариума где-то 20-25-30 литров данный светильник подойдет очень хорошо. Ну, вот перед вами как раз вариант 20-литрового аквариума, который отлично освещается. При таком освещении, мне кажется, светового дня часов 8 будет вполне достаточно для растений. На этом обзор заканчиваю. Пишите свои комментарии, свое мнение в комментариях под данным видео. А также заходите в группу канала ВКонтакте, ссылка на которую есть в описании шапки канала. И не забывайте посещать наш проект о кулинарии, о вкусных рецептах, который ведет моя супруга. Ссылка на канал тоже будет в итоговых заставках и в описании данного видео. Ну а я желаю вам много удачи в нашем интересном хобби. Всего доброго и до новых встреч!